А накануне в Павлодарском областном акимате рассмотрели итоги трехлетней борьбы с ГНУСом. На совещании также обсудили алгоритм работ на предстоящий трехлетний период. Подробности в следующем материале. Дезинфекционные мероприятия этого года на территории Перетыши полностью завершены. Эффективность авиаобработок составила 94,5%, речной 84,3%, барьерный 92%. При составлении алгоритма дезинфекционных работ на 2023 год было принято решение о необходимой обработке дополнительных пойменных участков в районах Ахтуай, Теренколь и города Ахсу. Так, помимо 27 тысяч гектар пойменной территории областного центра, дополнительно авиаобработкой были охвачены 11 тысяч гектар территории города Ахсу и 33,5 тысяч гектар территории районов Ахтуай и Теренколь. В целом, по итогам года, за период с 3 по 22 мая в течение 19 дней четырьмя авиабортами совершено 183 вылета на общей площади 71,5 тысяч гектар. По словам руководителя ведомства, ежедневная фенология и мониторинг соцсетей показывают, что ситуация по сравнению с прошлыми годами положительная. Количество обращений снизилось с 1300 до 150. Также были заслушаны предложения научной группы и мнения ученых. У нас подрядчики в районах работают только на улицах села. То есть, если рядом лес, река, они не обрабатывают. Хотя именно там и зарождаются мошки, комары. В этом отношении работу надо усиливать. Кроме этого, специалисты предложили двукратное увеличение объемов авиаобработок с 71,5 тысячи до 147 тысяч гектаров и проведение обработки реки Иртыш в три тура. Для авиаобработки должно быть привлечено минимум 8 бортов. Внедрение авиационных обработок, о чем сегодня говорила Герим Жанбартайн, я думаю, что это очень правильное решение. Авиаобработки в таком случае, если пойма, значит, 15 мая, допустим, у самого крупного населенного пункта области еще будет находиться в воде, авиаобработки, это будет спасением для города Павлодар. Но нужно стараться, чтобы, конечно, вода у города Павлодар 15 мая каким-то образом все-таки отшнуровывалась. Теперь относительно есть хороший опыт, положительный, по Ахтубайскому и Теренкольскому району, когда вода, значит, находится на пойме и обрабатывают, значит, при помощи авиации вот эти вот пойменные участки. Аким области напомнил о жалобах экибастузцев и поручил продолжить дезинсекцию на их проблемных участках. По вашему поручению, совместно с научной группой неоднократно были осуществлены выезды в город Экибастуз для контроля хода дезинсекционных работ, по итогам которого подрядчику рекомендовано заменить химический препарат на многокомпонент. Положительная оценка жителей – основной показатель слаженной и общей работы акимата области, управления, подрядной организации и научной группы, сказал Асаин Байханов. Глава региона также поручил учесть площади Иртышского и Павлодарского районов и увеличить там объем обработки в предстоящих профилактических мероприятиях. Екібастұз қаласының әкімдігі 90 айына дейін 2024 жылғы дезинсекциялық жұмыстарға арналған бюджетті қайта пысықтасын. Павлодар қаласы мысалында мемлекеттік сатып алуларды 3 жылдық шартын қарастырсын. Жалпы мына жайылманың көлемінің ұлғайтуына байланысты қаншама көлемі оның биологиялық препаратпен өнделеді, қаншасы химиялық препаратпен. Екінші басты мәселе бұл жаңағы біздің шіркеймен күресу өзеннің өз басында. Өйткені біз жалпы өзенді өндеу жұмыстарын ұмытпау керекпіз, ол дегеніміз өзімізге белгілі алаңдататын мәселе. Сондықтан был так вот даже не стопшитывать. Учитывая положительный опыт, рекомендовано в дальнейшем также придерживаться трехлетки. До 1 октября Управлению недропользования, окружающей среды и водных ресурсов совместно с Управлением экономики и бюджетного планирования поручено рассмотреть бюджет по дезинсекции на 2024-2026 годы. Мурат Ибилмажит и это Сакпарат.